Режим гуманитарного прекращения огня по-прежнему нарушается. Армянская сторона подвергла обстрелу территории Тартарского и Агдамского районов. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана. Азербайджанские вооруженные силы предприняли адекватные ответные меры, в результате которых было уничтожено большое количество бронетехники и живой силы противника. Вечером 20 октября в направлении Гянджи азербайджанскими подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат, принадлежащий вооруженным силам Армении. Как отметил в ходе брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов, в результате проведенных операций, понесшие огромные потери вражеские подразделения, отказались вступать в бой. Они были вынуждены оставить занимаемые позиции и отступить. Физули, Хоцавент, Джабраил. Ряд сел Физулинского, Джабраилского, Ходжавенского и Зангиланского районов, а также город Зангилан были освобождены после долгой оккупации. В настоящее время азербайджанские вооруженные силы держат под контролем всю линию фронта. Вражеские силы несут потери, дезертируют с поля боя и отступают. Также в ходе брифинга Анар Эйвазов от имени президента Азербайджана Ильхам Алиева поздравил азербайджанский народ с освобождением оккупированных территорий и отметил, что в ближайшие сроки азербайджанская армия освободит от оккупации оставшиеся земли. Эмин Ахмедов, CBC.